Всем привет и добро пожаловать в северную столицу. Это город Санкт-Петербург. Субботняя программа 17-го тура продолжится именно здесь, на легендарном стадионе Петровский. Ленинградец принимает Кубань. Интереснейшее противостояние команд, которые располагаются в зоне вылета. Друзья, ну вот каждый раз, когда прибываешь в Санкт-Петербург и гуляешь по этим проспектам и улочкам, ну как-то вот не сразу хочется начинать с футбола. Все-таки невероятно культурный город, невероятно интересный и красивый Санкт-Петербург. Кто по каким-то причинам еще здесь не был, уважаемые зрители, обязательно найдите время, приезжайте. Еще одно стандартное положение. Снова Богдан Рейхмин на ближнюю штангу, подача. И есть добивание. И залетает мяч в ворота. Вот такое начало. Чуперка забивает. Не самую удачную, о которой я говорил по поводу забитых мячей. Чуперка. Ну, классный удар. Классный удар. Что у него забитыми мячами в этом сезоне? По-моему, не забивал. По-моему, это его первый. Подача. Отбивает мяч Осипов, но прямо на ногу Ильину удары. Как это было опасно! Сергей Ильин был в сантиметрах буквально от своего первого забитого мяча. Опорная зона. Вот только сейчас сюда прибегает Чуперка. Удар Ильина. Попади мяч в угол. У Терновского были бы серьезные проблемы. Еще раз смотрим. Да, собственно, был бы гол. Вадим Евсеев. Так, после этого Грузнов. Грузнов, момент, это надо забивать. Нет, не забил. Не забил Чуперка. Нам уже концовку эпизода показывают. Но жаловался Киряков, вернее, не то что жаловался, просто сетовал о том, что ну, вот сами себе привозим. И вот здесь атака из ничего, Чуперка не попал. Хичаев. Хичаев бьет. Его Шинник дважды обыграл команду Кирьякова. Но пока, по большому счету, безопасных моментов. И здесь передача низом проходит. Лисичук как будто был не готов. Удар в штангу. Мяч попадает после удара Богдана Рейхмина. И повезло Кубани. А это не Рейхмин, это Чуперка. И Китяев. Подача. Ну, тут едва не полтора. Атака, мяч выбивает за штрафную. И добавляет Суханов. Вот тут. Рейхмин. Именно он не доиграл. Суханов. Последний капитан ленинградцев. Здесь потери. Играть осталось 10 минут. Карточка. Ну, кому-то из тренерского штаба. В общем, со скамейки. Ленинград. Масейчук побежал. Илья Масейчук. И что, сам будет решать удар выше ворот? Еще раз смотрим. Уже атака в другую сторону. Да нет, лаук там был. Высоко мяч в воздухе. Лаук борется. Хитяев. И это финальный свисток. Это финальный свисток, друзья. Ленинградец по-прежнему не выигрывает дома. И это уже пятое поражение